Итак, сегодня сборная России, одержавшая 10 побед из 10 возможных на чемпионате мира по хоккею, вернулась в Москву, где ее встречали многочисленные болельщики и один Дмитрий Матыскин. Еще несколько часов назад наши хоккеисты, держа в руках чемпионский кубок, слушали гимн в свою честь под сводами Минской арены. А уже в 6:30 утра по Москве их самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково. Между тем, Александр Овечкин еще по пути в аэропорт Минска выложил в социальную сеть несколько видеороликов из автобуса, где ни один из членов команды не скрывал эмоций от триумфальной победы на чемпионате мира. Чемпионы! Чемпионы! Белорусская земля будто не хотела отпускать триумфаторов чемпионата. В Москву наша сборная прилетела с более чем часовой задержкой. Но, как оказалось, большие неприятности ее ждали уже после приземления. И без того измотанная команда прошагала около 1,5 километра от самого трапа самолета до терминала. Вот такая вот вышла незапланированная утренняя разминка. В шоке, просто в шоке. Я даже не знаю, что сказать, ребят. Объяснили, так, с чем так, связано. Так команду не встречают. Я думаю, что федерация должна работать, и команду надо любить, обожать и обожать свою команду, которая приносит стране результаты. Наставник нашей сборной Олег Знарок, вопросов которому после финальной игры было чуть ли не больше всех, с явно подпорченным настроением один из первых покинул здание аэропорта. Напоследок взмахом руки поприветствовав фанатов. Тем, кто подменил Олега Валерьевича, перед камерами журналистов стали Александр Овечкин и Данис Зарипов. Перед матчем обычно кто-то из лидеров, ну, обычно это главный тренер, говорит какие-то напутственные слова на финал. В этот раз не было Олега Валерьевича. Кто из вас говорил и что сказал? Говорили все. Вот не поверите, говорили, начиная с остальных всех тренеров, помощников Олега Валерьевича и заканчивая как бы молодыми ребятами. Капитан сборной, накануне отметившийся заброшенной шайбой, позже отличился еще раз, но уже после финальной сирены. Награда лучшему игроку матча, предназначена Егору Яковлеву, чуть не досталась Овечкину, который этот турнир бесспорно провел выше всяких похвал. Просто получил человек травму, и я не знал, что он находится на линии. И объявили, и не было возможности увидеть, кто стоит, кто не стоит. Я думал, что он уехал в раздевалку, поэтому я как капитан поехал забирать приз. Ну, слава богу, что все нормально, и он получил приз. Лучший бомбардир турнира Виктор Тихонов, скрывшийся в толпе ликующих фанатов, почти успел покинуть аэропорт незамеченным. Но упустить главную звезду Минского чемпионата лично мы просто не имели права. На этом матче присутствовал ваш дедушка. Скажите, вот эти эмоции, насколько приятно стать лучшим бомбардиром турнира на глазах своего великого родственника? Ну, стать лучшим, я думаю, не самое важное. Самое важное было выиграть. И очень горжусь нашими ребятами. И, конечно, я думаю, дедушка остался доволен. А самое главное, что вот вокруг шеи это медали, все остальное не важно. Не сказать, что наши хоккеисты избегали общения с журналистами, но явно измученные перелетом триумфаторы старались побыстрее покинуть аэропорт. Сейчас у них начинается заслуженный отпуск. Жирная точка в концовке сезона нашим ребятам, безусловно, удалась. Дмитрий Матыскин, Александр Федоров, «Большой спорт».